Здравствуйте, мы находимся в игре Клондайк. Итак, я понимаю, у нас появилась еще одна рулеточка. Главный фейерверк. Ой, реально он такой большой. Вот хорошо, что для вот таких вот... Нет, он красивый, безусловно, возможно, и главный, но вот он реально много места занимает. По подаркам. Ну, по подаркам изумруд есть. Нет динамита, но зато есть энергетики. И, по-моему, это тоже неплохие. Ладно, сейчас заценим, насколько это какие. 30. Ну, сода 30. Лучше, чем ничего, правда? Ну, зато есть изумруд. А иногда он и выпадает. Вот такую вот рулетку лучше, конечно, дома не держать, а вот сюда поставить на самом деле. Ну, да, видите, хрустальный ход покрутила, десяточку. И выиграла. Где он тут? Что мне казалось, что десяточка. Я его хотела еще убрать. Вот да. Убрать его сюда. Ой, такой красивый. Даже не знала, что он у меня есть, если честно. Куда тебя поставить? А вот эту вот красотень перебрать бы. Она очень уж массивная. А там посмотрим. Переберу, разберу. Приберу, вот, все. И на этом все. До новых встреч.